моя страница. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты. Они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Да. Я не знаю, что с вами сейчас будет. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. Да, вот. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливает душем.